Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы выполним задание Unit 3, часть 3, Section 2, раздел 2, Exercise 19, упражнение 19. Listen, read and learn. Послушай, прочитай и выучи. В данном упражнении использован материал «Степени сравнения прилагательных в английском языке». Давайте же вспомним, как они образуются. Итак, если берется английское прилагательное из одного слога, например, old, big, hot, kind, great, то сравнительная степень образуется окончанием er. В упражнении мы видим вторую колонку. Kind, kinder, small, smaller и так далее. А превосходная, это последняя, третья колонка, образуется путем добавления артикля the и окончанием est, est, the oldest, the kindest. Итак, kind, kinder, the kindest. Добрый, добрее, самый добрый. Small, smaller, the smallest. Маленький, меньше, самый маленький. Short, shorter, the shortest. Короткий, короче, самый короткий. Tall, taller, the tallest. Высокий, выше, самый высокий. Clean, cleaner, the cleanest. Чистый, чище, самый чистый. Итак, в первой колонке у нас положительная степень сравнения. Во второй колонке сравнительная и в третьем превосходная. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, будем рады видеть вас в наших группах в социальных сетях.